Встреча в формате B2B сегодня прошла на одном из предприятий Чувашии. Это своеобразный диалог бизнеса с бизнесом. Ежегодно предприниматели собирают в стенах предприятия «Хлеб», что в юго-западном районе Чебоксар, чтобы обсудить актуальные вопросы. Репортаж об этом смотрите далее. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Встреча бизнеса с бизнесом начинается с выставки. В качестве экспонатов – продукция хлебозавода, среди которой много новинок. Слойки, каравая, торты, хлеб. На все это можно не только посмотреть, но и распробовать. Встреча в формате B2B располагает ко взаимодействию и позволяет лучше узнать друг друга. Ассортимент очень широкий, около 200 наименований. Но все наименования мы одновременно делать не можем. Мы вырабатываем те виды продукции, которые пользуются спросом. Мы их очень много внедряем новых, мы их испытываем, мы их проверяем через свою торговую сеть. Если продукция она пошла, значит, эту продукцию можно и вам отпускать на реализацию. Из первых уст предприниматели узнают о том, как и чем живет хлебозавод. Со слов руководителя, сегодня уже лучше, чем вчера. Предприятие работает прибыльно и в непростых условиях продолжает модернизацию, чтобы держать марку. Скоро собираются запустить новый цех по производству сушек. На встрече предприниматели не просто узнают о новшествах. Это тот случай, когда принято делать предложения и высказывать замечания. Когда наступают праздники, ваша продукция, я имею в виду пирожные, торты, очень пользуются спросом. Но нам практически заказать у вас ее невозможно, понимаете? Потому что, я не знаю, может быть, это связано с тем, что вы в первую очередь обеспечиваете свои магазины. Именно такое личное общение дает реальные плоды, позволяет совместно искать выход даже из тупиковых ситуаций. Именно вопросы каждодневные, понимаете, это каждый день, которые они у нас возникают. И каждый раз не позвонишь директору и не будешь объяснять. Раньше мы проводили ежемесячно дегустации новых изделий, а сейчас вот перешли вот на годовые встречи, когда мы заключаем договора. Проводим выставки, дегустации новых изделий. И мне было сегодня очень приятно с ними побеседовать и узнать друг друга мнение. И в дальнейшем, как дальше работать. Все пожелания здесь берут на карандаш. Конечным итогом встречи должно стать развитие и расширение бизнеса. И то, что на прилавках магазинов появится новая продукция предприятия «Хлеб».